Всем привет, меня зовут Оля Понедельник. Вы даже не представляете, как удобно снимать в таком роскошном, мягком и уютном кресле. Но так как у всех праздники, все отдыхают, развлекаются, я тоже могу позволить себе немножечко расслабиться и снять в такой непринужденной атмосфере. И сегодня я в таком спокойном, расслабленном режиме буду рассказывать вам про мой любимый список литературный, про который вы от меня слышали, наверное, уже 1001 раз. 1001 книга, которую нужно прочитать, прежде чем умереть. На самом деле, 1001 книга, которую нужно прочитать, прежде чем умереть, это не просто список, это отдельная книга. Да-да, это именно так. И ее можно купить. Я даже оставлю вам ссылку внизу, кому интересно, кто хочет иметь ее дома. Но вообще, это список из, как вы уже поняли, 1001 книги, которую человеку нужно прочитать перед смертью. По мнению более чем сотни критиков по всему миру, они объединились и составили эту книгу. А основной редакцией занимается профессор Сассекского университета, который зовут Питер Боксел. Рядом с каждой книгой располагается ее краткое описание, а также объяснение, почему именно эта книга была выбрана для этого списка. В этот список входят не только романы, но также рассказы и сборники рассказов. А также там есть один памфлет и один графический роман. И если уж мы заговорили про графические романы, то существует отдельная книга, которая называется «1001 комикс», который нужно прочитать, прежде чем умереть, если комиксы вообще читают. Самые популярные авторы, согласно первой версии этого списка, это Кудзей и Диккенс. У каждого там по 10 книг. Понятное дело, что эта книга постоянно редактируется, туда вносятся какие-то новые книги, какие-то старые убираются. В общем, она постоянно претерпевает изменения, и последняя редакция вышла в 2012 году. Я же из этого списка прочла пока около 40 книг, чуть меньше, 39. И пойдемте я вам покажу, какие. Ну вот мы с вами вернулись в мое более привычное место обитания. Именно здесь я буду показывать вам книги, которые я прочитала из этого списка. Я не буду показывать сегодня все книги. Полный список вы найдете в описании. Также я дам ссылочку на, собственно, сам список. Буду я стараться проходить очень-очень быстро, поэтому успевайте следить. В этот список входят три романа Элизабет Гаскелл. Все три я прочитала. Это Крэнфорд. Затем у нас идет «Север и юг» и также «Мэри Бартон». Следом у меня идут два романа Йена Макьюэна «Амстердам и искупление». Еще будут впереди романы Йена Макьюэна, не переключайтесь. Следующая книга, которую я тоже прочла благодаря этому списку, это «Джеймс Кейн. Почтальон всегда звонит дважды». Ну, конечно же, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Не могли ее сюда не включить. «Доводы рассудка» Джейн Остин. Движемся дальше. Следующий роман из этого списка Айвенго Вальтера Скотта. «Госпожа Бавари» Густава Флобера. «Записки о Шерлоке Холмсе» Артура Конана Дойля. И также отдельно почему-то стоит его собака Баскервилей. Ну что ж, будем считать за две. «Мартин Эмис» и его «Лондонские поля» тоже входят в этот список. Они большие, но скоро выходит фильм. «Чувство и чувствительность» и «Эмма» — обе эти книги входят в этот список. «Унесенные ветром» — Маргарет Митчелл. «Над кукушкиным гнездом» — Кена Кизи. Одна из моих самых любимых книг. Очень рекомендую к прочтению между делом. «Жизнь и время» — Михаила К. Кудзея. Единственный роман Кудзея, который я прочла из этого списка. Кстати, количество Кудзея, равно как и Диккенса, заметно уменьшилось по мере редакции. Сейчас там у каждого по 5 книг. Ну и еще Макьюин, как я и обещала, «Суббота» и «Дитя во времени». Пожалуйста, напишите в комментариях, сколько книг из этого списка прочли вы. Я уже сказала 39. И «Облачный атлас», который я считаю сейчас, он также входит в этот список, поэтому скоро у меня будет круглое число 40. Вот я вам показала какую-то часть книг, которые я читала из этого списка. Еще раз повторяю, полный список, ссылочка на него в описании. Я вас благодарю, что вы просидели со мной все это видео. Я желаю вам отличных выходных, хорошего настроения. И я всегда ваша книжная полка. Каждого по 10 номиналов. Номинал. Первая версия этого списка это самые популярные авторы